Итак, продолжаем нашу рекламную кампанию вампирской жизни. Что у нас тут за это время произошло? За это время я уже начал ставить себе каменный замок. 250 камней – это то, что нам нужно, чтобы наконец-то возвести мой замок мечты. Так, где планки? Тридцать две. Маловато. Так, а чё, а дерево-то тогда где? Ой. А где тогда дерево? Неужели? Ладно. Ага, ну вот. Напилили, молодцы. Так. А игнотов всего 5. А этих сколько? 100? Тут типа оставляешь, а оно работает ночами за тебя. Ну давайте попробуем построить стены. Интернет-институт. Или нафиг не сдался. Так, я не понял. Чует мое сердце, не дострою я, не хватит камня. Так, получается же все, я достроил. А где потолок-то? Так. This will not work. Планки кончились. Дерево нужно. Так и знал. Так и знал. А, тут все заросло. То, что тебе придется еще ждать, пока он планки сделает. Thank you.
Наделаю-ка я мышей. Приходится затуманивать пространство, чтобы меня солнечный свет не сжигал, пока я крышу не построил. Шесть планок. А здесь что? Тоже шесть планок. Ой. Ждать и ждать. Ладно, пойду убью кого-нибудь. Мерчант. Вообще не буду я никого убивать, если честно. Я просто пособираю ресурсы. Копера мне надо просто какое-то лютое количество. Ой-ой-ой. Дядь, ну ты. О, ты такой, дядя. Недобрый, да? Сейчас солнце меня жжет. Здоровье у тебя, дядь. Прям как-то не очень. Ох ты, ё-моё. Ты еще и восстановился, дядь, да? Класс. В общем, ты знаешь, я пришел к выводу. Нам с тобой, короче, не по пути.
Еще и этот пропустил. Удар луча смерти. Так. Может, там планки уже родились. Так, что дают нам три мыши? Три мыши дают нам возможность сделать супчик. Так, как будто мы можем закончить замок, да? Все, крыша. О, господи, да. Все, больше свет не настигнет меня в моем доме. Мы можем предаваться ужасам здесь. Так, давайте все-таки поставим ворота здесь и здесь. Почему? А что не так? Планок нет, да? Да, планок нет. Да пофигу пока, пусть деревянные будут. Слава богу, слава богу. А, теперь становится актуальным свет, да, потому что здесь, сука, темно. Торч, флэр. I cannot build here. Копер игнот, планк. This will not work. I cannot build here. А планок вообще нету, да? Ну, пока в темноте поживем. Так. Recognize my power.
Unlock Blueprint Stone Coffin. Construct and interact with Waygate. Waygate. Телепортер. 100 Blood Essence, 20 Gem Dust, 12 Stone Bricks, Grave Dust. Что за Grave Dust? Ну, наверное, его надо найти на кладбище. Ливербэк можно сделать, да? Давайте попробуем сделать ливербэк. I am missing key ingredients. Ниток надо. Короче, вот он освобождает, да. Нитки еще нужны. Мыши у меня где-то тут лежали. Так, давайте сначала... Ой, еще три мыши. Ну ладно, сложим мышей. Gem Dust, Stone Brick. Grave Dust, Gem Dust. Интересно. У меня вот тут есть такая штука, да, гриндер. Он типа Gem Dust, Any Gem Stone в Gem Dust. И, короче, любые кости в Grave Dust, да. Получается, что я все могу сделать. Горы, только нужны кости и джемы. Кости я все потратил на свою голову. Да, или у меня все-таки есть. А, есть кости, смотрите.
Так, собираем кости, джемы. Даст, даст, куча даста. Интересно, а что у торговца можем купить? Вон тут торговец есть какой-то. Wanna try? Камни можно купить. О, книги можно купить. Рыба, ливер, грейвдаст, все можно купить. Пилигрим хэт.
Прикольно. Некромансер Митр. Здесь, короче, тоже элементы. Понятно. Еще, ко всему прочему, нужно перемещать каст замок в центр. У меня в убогом месте замок оказывается. Но это ладно, потом. Давай уже, блин, полдня только прошло. Блин, мне бы копора добыть. Я сдох. Блин, вот это отстой. Так, а где я сдох? Наверное, от дома быстрее будет дойти. Че жадность довела. Наступит ночь, и вам всем пизда. Чёрт, вы людишки. Только я не могу проникнуть через забор. Я великий вампир, но я не могу проникнуть через забор. Заборы останавливают меня. Если бы вы обнесли все забором, черта с два бы я проник на вашу территорию. Давай уже темней. Так. А. Там денег отжу. Малца. Но это ему не поможет, ведь он просто умрет.
А это почему закрыто? Почему я не могу это делать, интересно? Что за отстой? Апгрейда никакого нет на гриндер. Так, плюс 51 health, плюс 2 weapon attack процент, плюс 2 physical critical strike, 51 health. Что лучше? Critical weapon attack speed. Ну, как будто weapon attack speed-то интересней. Лизер. Лизергин. I am missing key ingredients. Какой? А. Вот тоже, а нитки как делать? Ток с людей добывать? Не очень понятно. Так, а это что такое? You may spend castle keys to trigger different action. To disable enemy walls, doors, waypoint and coffin. The walls and everything. Понятно. Но у нас же не PvP сервер. Или можно как-то PvP здесь активировать, я не очень понял. Key
Шапочку хочется сделать себе тоже.